Все, давай нас. Нас это, братья, отпускайте нас потихоньку. Чуть-чуть от берега у нас. Так, ну проходите, братья. Давай еще. Ты с той стороны оттолкнись. У меня просто рука одна занята, я не могу. Близко нельзя. Куда ты потащил? Все. Да, туда. Ты оттолкнись от берега оттолкнись. Так я-то не могу подгребать. Потому что вы на одном месте остановите, а то я не могу настроить. С того края. Веревку приотпусти. Георгий. Работаем, Роман. Во имя Отца. И сына. Вот основание вот. Еще. Братья, так сложно снимать. Я вам сейчас скажу, особенно камеру, которую мне не надо. Поставь колу, чтобы так вертикально так зафиксируй, чтобы он не двигался. Вот на храм смотрим. На храм. Очень крещен встречается с работой Валерия во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого за Духа. Аминь. Смотрим на храм, смотрим вон на храм. Осенне крещен крещается работе Андрея во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Не крещен, забыл, и заходит в Аминь. Очень крещен встречается работа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спина голая. Ниже. Стойте, молчите. Волоски сюда едут. Комментарии не надо во время этого давать. Ну это что у нас будет? Елизавета. Ну,
Ты не бойся. Хорошо. Я скажу, куда давайте будем снимать. Начинаем. Давайте. Скажите, что там? Прицелится работа Елизавета. Ротик, закрывай, если не так. Не бой, закрывай ротик. Я не могу. Ну, давай, во имя отца. Аминь. Тихо. Закрывай ротик, все. И сына, аминь. Все, моя хорошая, чуть-чуть осталось. Закрывай. Кристина, все, дай духа, аминь. Все, Марта, все. По спине, ребят. Ничего там нету. Конечно. Как было, как было. Храм смотрит, вон на храм смотрит. Господи, Христос. Так, присядем. Наталья. Она приезжает по работе Наталья. Во имя отца. И сына. Еще не крещена, крещается работа. Дарит. Во имя отца. Один. И сына. Один. И святаго духа. Аминь.
совет нам? Ащи не крещена, крещается работа. Совет во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Я держу аппарат, не упадет. Тихо, тихо, тихо. Скажите, что я рукой держу. Храм. Все, руки. Аще не крещена, крещается работа Анна во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Что стоит? И Сея, будешь купать? Не хватит. Не хватит, не надо, мы сильно не надо. А ну зачем нам? Все, пристаем к берегу. Все, да. Хватит, да? Попросим искупать. Все уже. Думаешь, сейчас он будет снимать? Назад, назад, еще чуть-чуть. Как бы... Потом, Павел. Ну ладно, обращенный. Рано все время не начинаем. Павел, ты рано, рано начинаешь. Сказал я, исповедуя беззаконие мое пред Господом, и простил нечестие сердца моего. Потому помолится тебе всякий праведник во время благоприятное, и воды многие потопляющие не приблизятся к нему. Ты прибежище мое от скорби, моя объявшая, радость моя, избавь меня от обступивших меня. Вразумлю тебя и наставлю на путь, по которым ты пойдешь, на тебя воззрю очами моими. Многие раны грешнику, надеющийся же на Господа, окружит милость. Веселитесь, Господи, и радуйтесь праведно, и торжествуйте все правые сердцем. Подлим мир всем, премудрость, прокимен глаз третий, Господь простящение мое, спаситель мой, кого боюсь. Господь защитник жизни мою, кого устрашуся. Господь, просвещение мое.
премудрость. К римлянам послание святого апостола Павла чтение. Вон мне. Все мы, братья, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господи нашему. Верьте и Духа Твоего. Премудрость, просим, услышим святого Евангелия, мир всем. От Матфея святого Евангелия, Пошли, принесет сейчас. Один из учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, и иные усомнились. И приблизился Иисус, сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учаясь соблюдать все, что я повелел вам. И сие с вами во все дни до скончания века. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся о новопросвященных рабов Божьих, здесь предстоящих, и да сохранятся они во все дни жизни своей в вере, чистом православном исповедании, во всяком благочестии исполнении Христовых заповедей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о явлении Божьей помощи, милости, мира, жизни, здравия, спасения, очищения, прощения, оставления грехов рабов Божьих, и восприемниках, и всех здесь предстоящих и молящихся. Молимся, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, будь всегда милостив просвященным рабом Твоим, и сохрани их, спаси и прославь их Твоей божественной силой, и не остави нас уповающих на Тебя, ибо Ты Бог милостивый и любивый. Тебе мы славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш. Молитвам причистящей Матери, святого славного пророка, причистящей крещения Господня Иоанна, его же памяти не совершаем. Святых праведных Богу Отец, святыми всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Подашь, Господи, мирное житие, здравие во всем благое поспешение, всем где крещающимся и всем где предстоящим и молящимся, Господи, и все, и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, многое
старайтесь, как бы тяжело не было в жизни, что крепче держаться нужно за Риму Христову. Или женщина, сколько лет страдала кровотечение, не могла. Хоть говорит, прикоснулся к Риме Христову. Прикоснулся. Он сказал, кто ко мне прикоснулся? Да Господи, ученик, народ теснится всех, как все прикасаются. Все прикасаются сегодня, все в храм ходят, но получают изобильно благодать те, которые свое сердце открывают для этого, чтобы она была принята. А не так, что да я, говорит, отстоял, говорит, службу 2 часа там в храме. Понимаете как? То есть, когда с верой прикасаемся, мы приходим, то тогда и получаем исцеление духовное. А если так просто, то оно нет, оно мимо проходит благодать. Даже внешнее, допустим, здесь крещение было такое. Меня назначили в 86 году из города Тюкалинска, Омской области, в Тюмень, вторым священником Всесвятской Церкви. Отец Михаил, вот такой курочкин там. Ну и мы, я сразу говорю, давай, я тебе смею, построим купель полным крещением. Он, да как это, я говорю, ты только это, 2 недели, скажи, что крещения не будет в храме, 2 недели. Все, выкопал там яму, забетонировали, обложили плиткой, ну, мне помогали. И через 2 недели купель была готова. Мы начали крестить. И вот однажды приходят крестить, значит, ребенка. Ну, так, ребенок уже родственький был, значит. Ну, и когда покрестил, я слышал, они разговаривают и делятся. Вот видишь, там называют это. Мы в прошлый раз ходили в Большой, там еще собор есть, в Большой храм. Там ему только голову помочили. А 5 рублей заплатили. А здесь, смотри, 3 раза искупали, и тоже 5 рублей. Понимаете, внешнее такое, люди неверующие, можно сказать. Но когда оно это и тоже их располагает. А я там в больнице была, приходит, сказать, в больнице, пачка, а можно мы продезинфицируем ее? Я говорю, да слава Богу. Это, конечно, вот они пришли, там все продезинфицировали ее, там это, и пришли там медсестры крестить. Ну вот так вот, даже внешнее, где-то наше какое-то такое, видят люди благоговейное поступки, то это замечается и это располагает людей. А если так, как я просто там махнул и что-то или прошел, говорит, как, это она верующая, а так поступает. Да какая сейчас это вера, ты, говорит, у вас, люди, чтобы вы этого нам не услышать, этих упреков. Старайтесь всегда быть такими, какими, чтобы мы казались добрыми, а я не знаю, вот, любящими в глазах Христовых, а не в глазах людей. А как говорят, ой, что люди скажут? А что Бог скажет на страшном суде, а этого не думаем? Потому что все будем, из судилища Христова, все предстанем, будем судимы сообразно дел, что дело, какие живя в теле, добрые или худые. По делам будем нашим судить. Вот. И будет что судить? Будет Христос держать Евангелие, по Евангелию будет судить. Я, говорит, вас не сужу, а слово мое будет судить вас. Вот это всегда нужно помнить. Хранить все ночи. Кто хочет еще что-то сказать, скажите. Да.